быть, кто это? А ты-то кто? Ты же козявка. От козявки слышу. Там ешь плюш, а плюш. Господи, я не пойму, букашка там какая-то ползет. А, все, понятно. Она букашку нашла какую-то там. А я сижу, не пойму, что она там разглядывает. Там маленькая-маленькая. Чего, убежала, да, Плюш? Где она? Бежала. Что, ты ее съела, что ли? Давай посмотрим, может она там бегает где-нибудь. Нет ее нигде.
Нет, ее тут нет, Алешечка. Нет, ее там заклинивает. Нет, ты убежала. Или ты ее уже съела? Все, ищет кого-то, да? Ищет. А, вон там паузы. Плюш, зачем ты ее съела-то? Или что ты с ней сделала? Все, наверное. Все, ты ее, наверное, заколбасила. Да? Заколбасила. Что ты там все ешь-то? Букашку, что ли, эту съела ты? Бася, ну она дает, да, Бася? Вообще, чудо в перьях. Все, ее там уже нет, Плюш. Ты ее уже уничтожила. Да, все. Все ешь ты. Еще там что ли кто-то живой есть? Да, ползает. Да она же что ли? Что-то похоже на какой-то, я не знаю, прыгает. Слушай, надо ее убить, Плюш. Да я ее. Она взяла, съела. Это, наверное, от коробок, типа моли какой-то. Да, какая-то, видимо, коробочная, с коробки, букашка. Она летает или прыгает как-то. Плюш, надо было ее убить, она не боится. Она улетела, что ли? Надо было ее убить. Что-то я не догадалась. Она реально испугалась. Она пролетела, и она теперь боится. Да, Плюш, ты боишься? Или мне только это показалось? Ищет. Да, ой, Буся. Да, Плюш, ищешь, куда букашка подевалась? Ты же ее сама вроде бы заколбасила, или нет? Или она улетела? Она улетела? Или ты ее заколбасила? Скажи. Скажи, котик. Куда дело букашку? Пошла есть или пить? Или просто расстроилась? В непонятках.